Вот это все не вандализм, не вандализм, не вандализм, не вандализм, не вандализм. Я вандал. Я ворава. Че, милицию вызвать? Че, милицию вызвать? Че, милицию вызвать? Че, милицию вызвать? Столько нарисовал для города, ни копейки не получил. Че, милицию вызвать? Пригрели крысу себе. Ой, эту, змею себе на шее. Вот и все, что я слышал. Человек даже не может слово депрессия написать, которое каждого волнует. Да каждого волнует слово депрессия. А вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм, да? Вот это вот. Это нормально. Это нормально. Это не вандализм. Это не вызвать психушку. Это не вандализм. А просто слово депрессия написал человек. Это вандализм. Мне нужно принять таблетки. Я должен был с утра принять. Я должен был с утра. Эй, девушка! Девушка! Я вандал! Я вандал! Я опасный преступник! Меня посадят в одиночную камеру скоро. Ну, рано или поздно. Смотрите, вот это не вандализм. Я вандал. Я вандал. Вот это вот. Вот это не паразиты. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Не вандализм. Это красиво. Блин, плохо пишет. Это красиво. Вот. Это красиво. Это не вандализм. Это не вандализм. Смотрите. Смотрите. Я вандал. Вот видите, вот это. Я написал. Это красиво. Вот вы тоже считаете, что вот это красиво? Нет, я не считаю. Не считаете? Не считаю. Это вы имеете меня... ободранные, да. Вы считаете, что это вандализм? Конечно, некрасиво. А пейзаж? Мелками пейзаж на стене нарисован. Это вандализм? Вот на такой, вместо этого. Ладно, извините. Да, я мечтаю сделать свой город красивым, но меня постоянно угрожают. Я за. Мне нравится это. Вступайте. Вы сидите ВКонтакте? Нет, к сожалению. Нигде? Может, можно с вами будем общаться, раз вы единственная моя, кто разделяет? Я художник, я рисую мелками. Считаю, что серый город, он в депрессию людей вгоняет. Я люблю красивое все. Я могу вам показать свои картины, принести просто. Можно? Спасибо. Обменяемся телефонами. В общем-то, спасибо, конечно, но я не очень склонна к тому, чтобы как-то распространяться по этому поводу. Да я тоже не интроверт, просто я никого не нахожу в городе. Мне постоянно говорят, вызывай милицию, вызывают милицию. Постоянно отшивают, блин. Я художник Александр Алёнин. Художник Александр Алёнин. Да, очень приятно. Я никогда не слышал добрых слов, вот только вы сказали. Спасибо вам. Вот, посмотрите. Вот это не вандализм. Алкоголь рекламируют, не вандализм. Алкоголь повсюду рекламируют. Это не вандализм. Аптека, где продают всякие лекарства дурацкие. О, Господи. Я хочу сброситься с высоты, с крыши. Сдохнуть сразу. Вот это не вандализм. Вот смотрите, вот это навсегда останется. Навсегда. Навсегда. Как-то, в каком-то стиле в едином, как-то что-то. Да, в венецианском стиле, как в Венеции. Это другое дело. Но если где-то там, значит, там тоже ничего. Не-не-не, у меня есть цельные пейзажи. Нет, ну все равно это какое-то нужно. По Андреево есть, по Андреево. Вот. Что-то соглашение какое-то. Будете идти по Андреево, вот с этой стороны, угу. Там во дворах зайдете, просто вот где открыли этот. Какой? С правой стороны, вот,
от Андреева. Сюда, в эту сторону. В эту сторону. Там будет двор, и там будет рисунок. Вы приглядитесь под, вот, под окном. И там дальше здесь еще будет рисунок. Это мои рисунки. Запомните. О, Господи. Что же это такое? О, Господи. Это не вандализм. Вот это не вандализм. Смотрите, я вандал. Смотрите. Смотрите, какой вандализм. Видели, какой вандализм? За это сажают в тюрьму, вызывают милицию. Это стена тире вандализм. Блин, не плохо этот. Это стена вандализм, а не я вандал. А не я. Это стена вандализма, не я.